Сколько горошин может войти в один стакан? Я теперь жду подвоха. Ты огорошил меня этим вопросом. Загадки не моя сильная сторона. Все зависит от стакана. Подумайте. А я уже, понимаешь, как неприятно сейчас и обидно. Все зависит от стакана, отвечу еще раз. Нисколько, потому что горошины не ходят. Какие ноты обозначают съедобный продукт? Фасоль. Правильно. Ура, хоть что-то.